Ну что с ними делать? А, я, кажется, знаю. Итак, 3 килограмма кабачков прокручиваем на мясорубке. Прокручиваем полкилограмма лука. Прокрученные кабачки с луком ставим варить ровно на час, временами помешивая. Можно посмотреть сериальчик. Ну вот к концу первого часа добавляем томатную пасту 250 грамм, размешиваем. Немножко еще поварим. Добавляем полстакана сахара, полстакана уксуса и полстакана растительного масла. И еще полчасика. И по желанию пару ложек майонеза. Вот наш паштет готов. Час и половинка еще. И вот такая прелесть. Посмотрите, красиво смотрится. Хороший для намазки, для вот бутербродиков. Очень вкусный в качестве закуски. Если вам понравился рецепт, пробуйте, пожалуйста.